как всегда, парни с Fury Way. Сегодня мы будем изучать трюк под названием Y2K Rollover. Этот трюк также можно отнести к базовым трюкам в флиппинге. Когда вы освоите этот трюк, вы сможете быстро научиться некоторым сложным трюкам, например, хеликс. Вот, наклидастер. И другим трюкам, в состав которых входит изучаемый сегодня трюк. Итак, мне на ум пришло две основных вариации трюка. Первая вариация трюка – вертикальное открытие. Выполняется он следующим образом. В первой вариации трюка всегда необходимо делать некоторое вращение кисти, чтобы одна из рукоятей, сделав оборот, зашла на большой палец. Вот то самое вращение руки. Так, покажем этот трюк в замедленном виде. Вот мы сбрасываем безопасную рукоять вместе с лезвием. Делаем такое вращение руки, чтобы занести безопасную рукоять на большой палец. Вот. Обхватываем безопасную рукоять, скидываем лезвие вместе с опасной рукоятью и открываем нож. Второй тип первой вариации – вертикальное вращение с хватом за безопасную рукоять. Выполняется следующим образом. В принципе, все то же самое, но если мы будем выполнять этот трюк, у нас есть шанс порезаться, потому что при открытии мы беремся за опасную рукоять, и лезвие падает нам на пальцы. Но здесь есть небольшая хитрость. Во всех ножах блисонгах имеется вот такая вот выемка, которую и можно ставить палец, чтобы не порезаться. Вот оно, самое чудо, которое спасет наши пальцы. И потом мы открываем нож. Вторая вариация трюка – горизонтальное вращение с хватом за опасную рукоять. Выглядит на следующим образом. Горизонтальное открытие мне очень сильно нравилось, потому что оно было легче из-за того, что не нужно было делать такое вращение руки. И горизонтальную вариацию я научился делать прежде, чем вертикальную. Вот. Так, в замедленном виде покажем этот трюк. Вот мы скидываем безопасную рукоять вместе с лезвием, проносим ее через большой палец, перехватываем безопасную рукоять и делаем вот такой вот переворот кисти вместе с ножом. Еще раз. Так, горизонтальное открытие с хватом за безопасную рукоять. То есть, безопасно, да, вот. То есть, выглядит он так. Но и тут есть своя хитрость. Хитрость заключается в том, как же не порезаться нам при выполнении этого трюка. А вот в чем суть, детки. Когда мы начинаем вращать нож, заносим опасную рукоять вот сюда, на большой палец, хватаем за нее. И потом, как я и говорил, в первой вариации горизонтального открытия мы кисть переворачиваем, чтобы не допустить соприкосновения лезвия с пальцами. Вот что получается. Так, еще раз покажу. Итак, мы изучили трюк Y2K Rollover. Надеюсь, что в скором времени вы научитесь этому трюку и его вариации. А пока что ставьте лайки, задавайте вопросы под видео, подписывайтесь на нас. Это были парни с Fury Way. До новых встреч!